Блять, забыл пассивку. А что пассивку какую брать мне? Охренеть. Что я не знаю, кого брать. Блин, у меня слабая нежить. Боже. Я Сильвера смотрю 5 лет. Я рассказываю, понятно. Базарит. Кто-то базарит. Опа, а Ванёк-то что-то знает? Он какой-то взял, короче... Помню, нормальная пассивка Ванёк взял. А, ну ты не успел, там же время дается, надо было выбрать. Ну, Ванёк уже что-то нормальное взял, я помню. Я тебя на звук выставил, не стрим снайплю. Но то я не знаю, что стрим снайпить, здесь нечего стрим снайпить. Это ж я не знаю, не какой-нибудь Хардстоун или... Такс. До утра катаем риди. Я боюсь, что сегодня до утра не смогу риди. Мне надо будет где-то в часов 5 уехать, наверное. Возможно, даже пораньше. А потом, не знаю, продолжу ли я сегодня стримить или нет. Может быть, вечерком после где-то 8. Тогда может реально до утра помсить. Но до утра не сможем сидеть. Может, просто вечерком подъеду и порубимся. Ага, вот так вот, вот так вот, да. Лапендричек на меня авнулся, да? Вот так вот, говорит, я не буду стрим снайпить, да не. Сейчас как Ванёк меня тогда начал хейтить, сразу апается на меня, сразу всеми бараками, короче. Тих, три бараки, сюда, тупо. Не, Ванёк, кстати... Только вспомнил, и потом он еще бомбанул, потому что проиграл, потому что его сбоку с другого спушили. Зато на меня барак Тир-3 стоит в самом начале почти, да, Ванёк? Ой, Ванита. Ебать, это чё за голем? А-а-а, Медив. Здорово. За что ты мне Медива уже послал? Так, ну я не, хорошо, что я взял как раз... на броню. Хорошо, что я взял на дыр. Деньги дал. Да я надеюсь, что эти деньги мне барак сейчас не сломают. Так, окей. Так, ну все, мне нафиг, я за мид файтс уже походу не буду, я там ничего не выиграю. Так. Чё там, мне кажется, все, меня как тогда Ванёк пушит. Ты апнул три барака, короче, на меня. Ну, тир-3 барак, еще и герычи послал по два, короче, и все. И прикинь, для Пендрича, короче, у него двух геров я убил. И спушил его барак, ебать, Ванёк бомбанул тогда. Просто. Потом еще удивляются, почему с другой стороны барак у него сломали. Блин, Ванёк, я не знаю, помогай, что делать? А, ну этого... А! Аскер за что? Так. Что-то как-то жестко. Меня и Аскер с той стороны пропушил, и все, я писос. Так, окей.
Блин, ну Медив жесток. А говоришь, не играл. Что-то мне кажется, ты играл. Что-то ты знаешь. Что-то ты нам обманываешь. Медива обычно берут, ведь обычно Медива берут. Что-то обманываешь, что-то скрываешь. А боже. Как его убить? Ну я видел, как Медива брали, окей. Офигеть, как же он много дамажит, песос. Но за классу не играл. Понятно. Ебать, тупо его не пробивает. Мышки до него не достают. А, ну пошло. Мне, короче, надо от дефа, наверное, играть. Да куда он хилится? Куда он хилится, я бы сказал? Ебой! За что? Охренеть. Это просто охренеть. Пацаны, тащите, я не знаю, тупо тащите. Так. Убил, нет. Ну, сейчас мы его где, блядь, быстрее убьют. Да муку, ну блядь, это какой-то. Да он еще апнулся. Умри, пожалуйста. Ага. Все, накидали ему. Да, в кабину он пойдет. Блин, ну как же я присел от этого Медива просто, на жопку сел я. Так, сразу сюда пойдет. Так, ты на Медива, наверное, на мид послал, да, ща? Или куда? На Ванька? Ванёкчик, тебе Медив идёт! Ванёк! Там очень жёсткий Медив, Ванёк! Ванёк! Всё, Ванёк, я не знаю, держись, я еле-еле продержался. Серьезно? Понял. Есть ли шарищи в редакторе? Но это надо у Санька спрашивать, Дикс, Санечка. Ванюк, я ж тебя предупредил, куда? Там же. Ой, Ванита. А, на меня Аскер еще апнулся. Вау. Так. Бля. Заставляешь ты меня прям отменить, сука. Аскер, из-за тебя, писюна, мне пришлось отменить умение выучиваться, блин. Ладно. Так, ну горит-то с этой фигня.
Ты не видел, я. Вы как-то себя убили, серьезно? Сколько там видел? Что мы делаем? Ладно, я уже не сидел. Я сейчас это самое грустное, там, подбиться за бабочку. Я так просто не знаю, где здесь надо сидеть. Я хочу много времени, пока ебать, какой, блядь, какая гидра. Охереть. Ну они же, наверное, по часу. Не, они дофига. Ты чё, не, там строчек столько они говорили, что песос. Блять, хуёво. Бля. Я не успею 2700 сейчас набрать, песос. Ещё Ванёк там нафиг послал двух героев в мид. Так, надо жёсткую экономику врубать. Вонючка, герой, вонючка забрать, быстро убить и разорвать деньги. Нет, пацаны, быстрее, пока он один. Пацаны, ломай ноги этому паладину. Давай. Хорош. Не успеваю, сука. Блин, еще жив! Живи! Убейте уже кого-нибудь, убейте эту гидру! Боже, пожалуйста, живи! Да куда вы пошли, гидру? Где вы убили, хорош! Блять, там маскера не заметил, ёбаный свет! Блять, тут еще и звонок здесь, ну все, тупо с трех сторон. Мой барак еще жив, нормально. Хотя бы верхний.
их личный туда ушел. Да ты серьезно? Я сижу на обратном, а там есть рисунок или ничего? Иисус. Да откуда у тебя столько бабок? Сука. Так. Блять, и Аскер все это время не мог мид пропушить тебе, ебать. Если бы он пропушил, то было бы четко. Давай нахуй это говорить, то есть туда складывайте его в гроб. Вперед ногами выносим его. Ничего, блин, нежить вообще просто слабая. Как нахер мне скелет маг, он же... Лучше бы какой-то прокаст был, я не знаю, на урончик. Уже хилится на него, знаешь. Это бы лич дефейт Аскера попробовали. Давай, пацаны, сноси! А чё, стой, не понял. А чё вы развернулись, героев-то не бьёте? Алло, дауны, о. Я думал, они там всех убили, они тупо развернулись, начали вышки бить. Чё хренее? Что, блядь, происходит? Ванёк, ты там наблюдаешь, да? У меня все плохо, да? Аскер вообще, наверное, там с фу бараками сидит, и ему нормально. Ты, блин, а я там две вышки снес. Как я у тебя только две вышки снес, барак не снес? Что? На шашлык это слон убил. Не-не-не-не-не-не. Да это я знаю. Я сейчас забиваюсь, давай. Сашки, убью. Сашки, убью. Сам я кого не ослепушу. Только снизу я ничего не сделал, вообще никак. Ну почти, ну почти, она. Аскер, не надо, за что? Почти, дайте убью Аскер. Ну давай, минус барак. Заберите барак. Пацаны, пацаны, барак. Давай, корабль, летучий. Я тебя умоляю. Тупо я одну тыкву, барак. Хорош! Так, отлично. На! Боже.
это файт. Ну, у меня, блин, справедливость должна быть восстановлена. Сейчас ночные эльфы там восстановятся. О, они так на медочек тебе идут, да? Сука. Что делать, Саски? Не, ну Горитас, конечно, какой-то, сука, плотный прям, я не знаю, Ванёк в натуре, его тупо... Корабль тыкает, а ему, блин, ну наполовину так похеру, ну чуть-чуть, самую писечку. Нафигите меня, бабок. Дофига, но у меня всё снесли, блин. Мы должны спасти Калимдор. Любой ценой. Крадет чужую жизнь, вурдалак. Блин. Как же тупо со всех сторон. Не, это все, это ГГ. А, так я еще и медочек тебе спушиваю. Пока там Аскер не подошел, все, да, медочку твоему кранты. Ну мне тоже кранты. Даже все, я же все из-за вас. Это все из-за вас с Ваньком. Как я не углядел этот барак? А понял, портик снесли, все, хватит, да. Блин, пацаны, куда вы ушли? У эльфов реген вроде есть. Ну, я не знаю, смотри, что Аскер там взял. Ну да, там на вышке. Фейзер, ты пришел, да? Тебе просто повезло, Аскер. Тебе синий выиграл игру. Тебе синий выиграл игру. А, ты к нему послал? А, ну да, там медиф и это два, да-да-да. А у тебя гигант наверх ушел. У тебя... Не, Аскер, погоди, это еще не все. А у тебя все герои, короче, ушли, да? Я сейчас попробую камень пропушить. Я куда развернулся? А, как я развернулся? Ты ебанутый, ты что, когда я завершил? Она есть! А, я корабль себе отправил, понял. Чё, пробил барак ему? Нихуя там заультовал этот. Блин, там этот, звездопад... Кто звездопад призывает? Кто там? Малфурион, сука. Имба.
Ну, вышку тупо. Блин, куда этот корабль поехал? Ебать! Понял. Да корабль вообще просто, он в своей атмосфере, короче. Чё там главное здание? Что там, опять реклама какая-то? Они мёртвые, они тупо dead inside, короче. На корабле, блядь, куда плывем? Да похуй, давай куда-нибудь, куда глаза глядят, и все, и уплыли с карты. Понял. А, да, кстати. Звезда, а так это, по-моему, нет, а там Медив еще жив. Блядь, Медив жесткий. Думаешь, хил у него? Я не помню, что у него. Мне надо было баш качать вместо экипировки. Ну, экипировка тоже такое себе, короче. Блин, ну я просто других героев не использую. Вот ты же... Хотя у тебя еще там Гавитас нормально был, а у меня тупо вот... Тихо. Ну, здесь по-любому. Просто два героя, они тупо мертвые, они не сильные, мне кажется. Были бы какие-нибудь, я не знаю, забыл, они еще из адские такие. Короче, хаос или что-то такое было бы получше, но, блять, нежить она какие-то такие слабенькая, раз сама по себе. Наверное, можно ливать и время не тянуть. Готов кастом хиро. Кастом хиро, види, может... Пиро ТД? Дикс, пиро ТД пойдешь, не? Айда в пиро ТД разочек, види. Ладно, я, наверное, ливаю. Рачочек выиграл. Ну, потому что просто нас, короче... Лепендричек пушил у Ванька и меня прям жестко.